В жилом районе «Солнечный», который расположился в Новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом «Лента», началось строительство нового жилого квартала «Солнечный парк». В скором времени здесь вырастет 16-этажный 4-подъездный дом с собственной автономной котельной. Микрорайон расположен в очень живописном месте, рядом с лесом, в шаговой доступности находится автомобильная дорога. В данный момент за мной происходит забивка свай позиции 24, это 4-подъездный. Панельный дом. Вот работа проводится без выходных дней. Преимущество панельного дома перед кирпичным в том, что дом собирается из панелей, которые производятся на заводе. Может собираться в любое, практически при любых погодных условиях. Дом будет сдан в третьем квартале 2020 года. Ну, мы уверены, что дом сдадим вовремя. Для этого все предпосылки есть. Все дома в «Солнечном» выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компаний «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. С открытием этого нового проекта «Микрорайон Солнечный» объемы продаж компании сильно-сильно увеличились. Да? Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год. Да? Это видим мы по тому, сколько клиентов выбирает квартиры именно в «Солнечном». Вот, поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в Сбербанке. Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Быстрота оформления обусловлена и ценами на квартиры в «Солнечном». Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. Сейчас у нас старт продаж. Вот, уже как 2 недели можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 864 тысячи рублей. Это тоже очень выгодно. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В «Солнечном» будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство 4-полосной автодороги, которая соединит «Солнечный» с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в «Солнечном» смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Нам здесь очень нравится. Мы здесь живем уже 1,5 года. Здесь нравится нам природа. Рядом лес. Мы постоянно гуляем там и зимой, и летом. Зимой можно на лыжах кататься. Нам каток построил застройщик. Там на коньках мы катаемся тоже. Горку построили. Ну, вообще вот здесь чистый воздух. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район «Солнечный» одним из самых привлекательных в Чувашии. По номеру 41-0000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Цены действительны до конца марта 2019 года.